Хорошая новость для поклонников Лионеля Месси. Давайте подробнее узнаем о ней. В четверг была рассмотрена апелляция, поданная Ассоциацией футбола Аргентины по делу Лионеля. Напомню, в конце марта ФИФА объявила о 4-матчевой дисквалификации аргентинца за оскорбление помощника судьи во встрече отборочного этапа чемпионата мира с командой Чили. И вот, как сообщает в пятницу пресс-служба организации, вердикт был отменен из-за недостаточности доказательств вины аргентинца. Вот так вот. Апелляционный комитет ФИФА снял 4-матчевую дисквалификацию с аргентинского форварда за оскорбление судьи, а также отменил штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков, что позволит форварду сыграть в оставшихся матчах сборной Аргентины в отборе чемпионата мира 2018 года против Уругвая, Венесуэлы, Перу и Эквадора. Без Месси аргентинцы уже провели одну встречу в рамках отбора, в которой уступили команде Боливии 0-2 и опустились на 5-е место в квалификации. Подробнее смотрите в ролике. Пишите также свое мнение, что вы думаете об этом цирке. Рекомендую еще посмотреть новость под названием «За что хотят привлечь Неймара». Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно.